Так, всем привет. Покажу я, как звездочки резать на кубики и потом сразу их обкатывать. Так, вот имеем. Много оксида меди у меня не было, поэтому тут 100 грамм состава размолол. Молол все вместе. То есть это синие звезды здесь. Перхлорат калия 46, оксид меди 20, PSHLS 18, и дитол 5, и декстрин 5. Все вместе мололось. У кого-то там, помню, вопросы были, что и дитол налипает на шары, и все прочее. Ну, сейчас увидим, что там. Липнет, что нет. Не знаю. Видно, там нет, ничего нет на шариках. Вот все, встряхнулось. Так, дальше нужно добавить сюда серебрянки. Пять грамм. Так, чем мы здесь имеем? 94 грамма. Так, размешаем сейчас его. Ну, думаю, размешалось. Так, дальше отвесим отсюда 25 грамм. Там, в принципе, от 30 до 20 грамм нужно отвешивать в зависимости от плотности состава. Оставляем на потом. Дальше вливаем сюда водку. Не знаю, сколько там мне нужно будет, пока на глаз, а там по консистенции будет видно дальше. И смешиваем это все дело. Так, смотрим, что у нас здесь оно. Ну,
нужно еще чуть-чуть. Вот так где-то, чтобы не перелить, то потом будет жопа. Будет все липнуть, куда попало. Так, ну, думаю, все. Да, пойдет. По идее. Сейчас сбегаю за стеклом, а то забыл взять. Так, продолжаем наше кино. Стекло я принес. Так, вываливаем эту бяку сюда. Как-то так. Теперь берем или шпат, или все. Просто ее, ну, как бы на кучку стянули два электрода. Но это тройки. Тройка электрод сварочки. Так как будут не сами звезды, а ядра. Это будет самое оно. Так. Дальше берем стекло. Прижимаем хорошо. Ну, видно, я мало воды влил в состав. Сейчас увидим. Да, маловато. Водки было залито, но ничего. Сейчас дольем немножко. Прыскалка моя засохла, навернулась. Анцела там прыскал с ней. Забыл помыть. И ей, как говорится, писец приснился. Пробуем еще раз. Но должно легко отрываться. Вот. Нормалек. Теперь его надо. А, нет, еще не все. Этот блинчик надо уплотнить. Я уплотняю, чтобы не играться, не снимать пару раз его. Вот таким макаром. По кругу. Уплотняется все. Это дело. Толщину получаем везде одинаковую. И все получается хорошо и плотненько. Вот как-то так. По ходу дела. Уже видно, немножко перелил я водки. Но думаю, ничего страшного. Так. Это все в сторону. Дальше. Вот как видно, при надавливании не сильно, ничего нет нигде, ни деформации, ничего. Дальше резка. Можно резать как шпатель, линейка, ну, в общем, кому чем удобно. Можно и ножом широким. Мне больше нравится шпателем. Ну и режем кубики. Где-то по 5 миллиметров, 5-4. Где-то так. Там как получится. Вон Димон
ну, Клеофил говорил, что у него оно что-то рассыпается. Он, скорее всего, не доливал спирта. Или быстро спирт улетал с блина, или откуда там, как он делал, я не знаю. Здесь главное воды нормально прилить. Или водки, или спирта. Чтобы, так сказать, состав был влажноват. Видно, я перелил много. Придется немного присыпать сухим составом. Или, может, пока я дорежу, засыплю звездокат, оно подсохнет. Хрен его знает. Будет видно. Как говорится, время покажет. Жарко писец. Сейчас вроде темно уже на улице, но жара конкретная. Значит, быстрее водка будет улетать. Да, что-то хотел рассказать и забыл уже. Ничего, может, вспомню. Так. Типа того получается такая бяка. А, вспомнил, по поводу Едитола. Он, как бы, хрен его знает, я пробовал раньше. Вот не помню, какой состав. Там он или на ПВХ еще у меня был, а не ПСХ, ЛС. Я на этилоцетате делал. Так что оно, в принципе, все хорошо получалось. Только есть одно но. Надо растворителя прилить хорошо. Ну, или того же спирта, или что там. И уже потом, когда состав, так сказать, полностью конкретно размокнет, надо немного подождать, чтобы часть спирта улетела, тогда эдитол равномерно разойдется по самому составу. Так, это что у нас здесь? Непонятки. Вот уже видно, подсыхает, начинает звезды разваливаться. Ну, ничего страшного. Так, как говорил, вижу, что надо присыпать немного сухим составом, чтобы не слиплось. Не то водки я переборщил. Нет, прыскалки шприца вольнул до хрена. В принципе, метода эта мне больше нравится, чем катать на пшено и прочее, или просто состава делать зародыши. Так как здесь получается практически вот эти ядра, что будут, они практически получаются один в один по размеру. Зараза. Ничего,
Думаю, страшного не будет. Зараза, слипается. Пойдет. Там дальше звездокладки будет видно. Она немного подеребанит их, может разлипнуться. Так, сейчас я пока отключусь, настрою камеру, чтобы звездокатку было видно. Так, вроде все, продолжаем кино наше. Подсветку включил, звездокатку поставил. Так, вот наши эти самые звезды. Вот уже видно, она, ну, почти не держится, начинает рассыпаться в руках. Ну ничего, так, сейчас запустим этот аппарат. Запускаем. Так, засыпаем это все туда. Прыскалки нет, буду увлажнять со шприца. Думаю, что-то из этого получится. Надо наклон уменьшить. Подсыпаем сухой составчик. Ну и пусть звезды себе срывают оттуда все со стенок. И тем самым формируются более-менее сферические. Ну, сферические не получится, но что получится, то получится. Мало просто состава я оставил, чтобы сферические получились. Увлажнить немножко. Ну, уже более-менее начинают делаться сферические. Да, состава я мало оставил. Но еще зато размер такой, как надо. Потом покажу, сейчас не видно. Поливаем. Не жалей. Уже начинает тормозить. Много влил. Засыпаем остаточный состав, что был где-то здесь слипшийся, видел.
И еще... А вот, зараза. Три штуки склеилось. Ну, пусть гоняет там. Увлажнили. И пусть принимает форму. Такую, как надо. Да, видно, есть немножко мелких. Но ничего. Без них никуда. Так, ну ладно, пусть оно там крутится, я потом продолжу. Так, в общем, продолжаем. Покатал я их недолго. Отсюда еще. Может. Сохнуть, так как водка его растворяет, все равно вот такие колебяки получились. Резал бы немного поменьше размер, и я имею в виду кубики, и побольше, чтобы было состава сухого, чтобы подсыпать, можно было получить сферической формы звездочки. Но на них один хрен будет наноситься что-то угольное. Там увидим. Так, следующие наши манипуляции, я думаю, всем будут понятны. Там ничего такого нет сложного. Просто сейчас хочу показать, сколько здесь отсева получилось. Ну, то есть мелкие. Так, это у нас сито ячейка здесь. Вроде около, да хрен его знает, 3 на 3, наверное, миллиметр. Ну вот и все, весь отсев, что получился. Вот. Всем спасибо за внимание.